29 августа в Комсомольском сквере состоится открытие памятника воинам-освободителям. Сквер украсит воссозданная скульптура 50-х годов, установит его за счет благотворительных взносов. Пока в сквере обустраивают постамент, основная работа кипит на предприятии «Литье Дизайн Групп». Части памятника отливают из бронзы, соединяют между собой, шлифуют и тонируют. Там для нас все города равны, поэтому бюджеты, правда, разные везде. В Москве один, в Конаково другой. Это благо, что еще вот находятся такие люди, которые финансируют, спонсируют, хотят, чтобы город становился краше. Это история наша и культура. Если мы не будем этого делать, то наши потомки, они просто ничего не узнают. Над воссозданием модели памятника в натуральную величину работал молодой скульптор Виталий Алексеев. Именно его эскиз был одобрен конаковской общественностью. К своей работе Виталий подошел ответственно, осознавая не только важность события, но и место, где будет установлена его работа. Когда я узнал, что вот хотят создать памятник, воссоздать памятник, который был в Комсомольском сквере, я захотел поучаствовать, потому что вот, как сам Конаковский, мне очень приятно было бы поучаствовать, и хотелось бы как-то вот своими руками для города что-то сделать. И хотя основная творческая часть позади, Виталий ежедневно находится на литейном производстве, контролирует изготовление каждой фигуры, прорабатывает детали. Надеется, что памятник получится достойным братского захоронения советских солдат. Высота скульптурной композиции на постаменте будет более 4 метров, а выбранный металл гарантирует его долговечность.